Губернатор Томской области Владимир Мазур обозначил главам городов и районов первоочередные задачи благоустройства. 9 апреля в областной администрации состоялось аппаратное совещание, на котором глава региона раскритиковал работу муниципалитетов по приведению в порядок территории после зимы. Владимир Мазур обратил внимание чиновников на лужи и пыль в городах и селах. В муниципалитетах даже лужи мешают подойти к администрации. А где хозяйственность, если к крыльцу подойти нельзя? Не умеете организовать, возьмите лопату, почистите метлу, лужу разгоните. Каждый на своей территории хозяин. Также глава региона отметил на аппаратном совещании, что большинство жалоб жителей в социальных сетях на состояние дорог. С начала весны сообщений с нареканиями уже почти 2000, и они составляют 28% от всех жалоб в соцсетях. Это касается дорог не только города, где основная масса отсюда, но и дорог межмуниципального сообщения, внутримуниципального сообщения, регионального значения. Губернатор подчеркнул, что в этом году на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» предусмотрен самый большой объем бюджетных средств – 8 миллиардов рублей. Вместе с нацпроектом в регионе реализуются региональная и муниципальная дорожные программы. Специалисты сейчас обследуют дороги, которые отремонтированы недавно и находятся на гарантии. В случае обнаружения дефектов подрядчики будут приводить их в порядок за собственный счет. О параметрах дорожного ремонта главе региона доложил вице-губернатор по инфраструктуре Александр Лебедев. Он сообщил, что в этом году в плане ремонта 28 объектов, из них 25 дорожных участков и 3 искусственных сооружения. Общая протяженность почти 178 километров, из них дорог 164 километра.